замечательно. И желаю вам хорошего учебного года. И почему я говорю о том, что я с удовольствием принял это приглашение, потому что, насколько вы знаете все, что в этой школе учился замечательный человек, великий спортсмен, великий футболист, гениальный Федор Федорович Черенков. Кто знает? Слышали? Сразу футболисты. Тот, кто из вас захочет стать великим футболистом, для этого нам сначала учиться в школе, хорошо, в классе, закончить школу, а стадион у нас такой замечательный, здесь можно играть день и ночь. Что делал Федор Черенков? Все время играл на этом поле. Просто, чтобы вы были здоровы и веселы, хорошему такому, хорошему всегда были настроения. Еще раз поздравляю вас, успехов вам!